Порвано. Вот она, треснутая подушка. Сегодня еще покажем ее. Ага. Да. Тоже собрался Мазда, подушку мне сразу, да? Мазда при массе, конечно. Угу. Там, которая была у нас порванная, вы уже видели. Ага. И вот будет вот этот вот. Ух ты, какая красивая. Что, тут, по-моему, не такая маленькая. Все такое. Одинаковое, да? Ну, наверное, сейчас походу потом уже будем смотреть. Значит, я в шары долблюсь. Не та, значит, будем другую искать. Да? Пока будет вот так вот. Ну да. А мне показалось, та побольше как-то. Ну вот, посмотрим. Посмотрим. Все, пока отключаемся. Перекуриваем. Сняли мы подушку двигателя переднюю с Mazda Primacy 2001 года. Вот что с ней было, произошло. Подожди, ты не шевели вот так, чтобы видно было хорошо. Ну вот. Вот она, видите? Вот порвана. Порвана, ага. Да. И вот другая сторона, видите, тоже у нее. Тоже вот, надрывы пошли. И что, это тебе можно напрягало, было купить, конечно, да? Картридж, да, поменять, но я не стал заморачиваться, взял. Ну, картридж менять, это надо этот, домкрат. Ой, ну, не домкрат, прессовать, а да. Пресс нужен. Пресс, да. Ну вот, взял. И сколько вот такая стоит подушка? Подушка стоит двигателя передняя, 700 рублей. Ну. Куплена была в доблестном городе Новоалтайске. Нет. Вот. Так что вот. Ну, цена приемлемая, нормальная. Пожалуйста. Да. А тут почему вот такая прорезь? А вот здесь нету. Вот она стоит тоже. Есть. Просто она меньше здесь, она больше. Да? Это, наверное, масса стекает здесь по ней. Да, понятно. Понятно, да. Так, светим. Вот так вот вставляет подушку. Говорит, на автосервисе стоит 500 рублей. А он сейчас ее раз легким движением руки и меняет. Вот не легким, но... Ну, меняешь. Да, поменяю сейчас. А 500 рублей они никогда не лишние. Примерно так. Не подходит, да? Вставляем, да. Видите, поддомкратил двигатель и всю машину, чтобы подушка приподнялась. Подушку уже ставил. Вот они, два болта. Две шпильки от подушки. Сейчас ему нужно ставить болт в скобу, которая входит в подушку от двигателя, да? Да. Так. Сколько тонн домкрат? Полторы. Полторы? Классно. У меня пятитонник, по-моему, но побольше. Не хватает. Да, маленько. Не опускается, да? Она? Да. Ты это хочешь сказать? Да. Может, она там не нужна вообще, подушка? Я тоже так думаю. Как висит, для чего, непонятно. Так. Видите, отверстие не совпадает. Но старается. И вылета там как-то не хватает у нас. Сейчас отпустим, тогда маленько удлиним его. Главное, почему она не садится? Ну, вы знаешь? Ну, не хватает. Повыше хочешь делать? Давай. А там она на место встала, низ-то. Да, вроде, да? Подушка на место не встала. Вот, смотрите. Вот. Для этого сейчас Дима наворачивает гайки, чтобы притянуть к этому, как это называется, крама, рама или как, лыжа. Поэтому и отверстие не совпадает. О, сейчас пойдет. Вторым надо тоже, а то наискосок пойдет. Все, вот теперь она встанет как надо. Вон она, видите, даже место свое принимает. Она даже, смотри, сама опускается. Сейчас чуть приподнимешь, и вообще будет. Да не затягивайся, потом может придется сворачивать. Ага. У тебя домкрат его вытягивает вперед, так, двигатель. Все страшно. Видишь, он его вытянул вперед. Так. Как бы. Вот видите, пришлось переставлять домкрат, потому что поднимаем, и домкрат вытягивает движок, вот эту скобу, вперед. Чтобы он ее вперед не тащил, поставили назад. О, о, о. А теперь назад тянет и не поднимается, зараза. Ё-моё. Так, вот сейчас раз. Все. Сейчас мы за этим дело подтянем. Сколько ты сантиметр, да, назад всего? Вот здесь второй у него.
Может, тебе даже вот ту сторону отпустить чуть-чуть? Вот, видишь, все, видишь, она место стоит. О, о. Вот так вот. То есть еще нужно мало того поднимать, еще и регулировать натяжением вот этих болтов. Встало? Ну, вроде да. Пробуй. Нифига не встало, да? Нет, встало. Все, чики-брики. Со стороны, пожалуйста. Все стоит, что? Все. Все отлично. Убирай. Тысячу раз. Заворачиваем. Меняли первый раз, так что не обессудьте. Первый раз он самый трудный. Потому что не знаю, что делать, да? Да. И надеешься, что последний, я так думаю, да? Ну да. Все. Ну, все, можно опускать. Смотрите, как подушечка. Все, работает теперь. Теперь надо затянуть ее хорошо. И все, да? Да, конечно. Все. Меняйте подушки вместе с нами. Ну, смотрите, у Димы какая аптечка. Все его секреты расскажу. Взяли сколько ключей? Это он сейчас затягивает болт подушки, который находится сбоку, отсюда сверху ни хрена не видно. Посмотрите, вот этот болт затянули, теперь вот он еще рычаг побольше взял. Да хорош тянуть, куда ты их? Сейчас сорвешь. Вот так. Все. Все, подушка поменена. Замена. Молодец, Дмитрий. Замена произошла. Да, видите, новенькая подушечка. Да. И с этой стороны тоже посмотрим. Вот так вот. Сколько заняло время примерно, если бы не болтали? Минут 20. 20 минут. Пожалуйста, 500 рублей сэкономили. Всем пока. Приезжайте к нам. Да.